я почти не сплю. Мне нужна помощь. Расскажи мне о своих кошмарах. Виктор! Вода теплая! Альма! Я уверена, у тебя есть и классные воспоминания о том доме. Да. Зачем вы здесь? Хотим уладить кое-что, прежде чем продать дом. Зачем ты их выбросил? Хотел попрощаться. Ты что, решил забыть мертвых? Что с тобой? Там кто-то есть. Я Паулина, рада знакомству. Полиция ведет расследование. Ты что-то знаешь? Хватит вынюхивать, Виктор. Вас здесь недолюбливают. Оставьте меня в покое! Есть вещи, которые лучше забыть. Здесь что-то происходит. Ваша семья приносит несчастье этому городку. Сейчас нужно меньше думать об умерших и уделять больше внимания живым. Озеро страха.